Одно из самых целебных растений, которое можно вырастить у себя на даче, это, конечно же, лимонник китайский. Вот он у меня за спиной. Сейчас буду собирать. Конечно, когда вы посадили лимонник, нужно позаботиться об опоре. Он будет расти только на опоре, потому что вырастает лимонник, ну, обычно где-то метра на 4, может, даже выше, но выше вы же просто замучитесь лазить. Вот это у меня такая конструкция из швеллера, скрутил болтиками и пустил шпагат по ним. И по шпагату лимонник вьется. Вот его ягодки очень красивые. Вообще он красиво выглядит, особенно поближе к осени. Зеленые листья, ягодки. Вообще лимонник растение супер лекарственное, я бы сказал. В китайской медицине он всегда на втором месте после женьшеня. Женьшень попробуйте еще вырасти. А лимонник, ну, первое время он очень медленно растет, но потом раскочегаривается и будете собирать его, ну, если не ведрами, то хорошими корзинками. И используется в лекарственных целях и листья, и даже при обрезке, вот обрезаю стволики, их можно в чай. Очень интересный вкус, интересный аромат, даже описывать не буду. Ну, про лекарственные свойства тоже не буду говорить. Есть у лимонника противопоказания, он может повышать давление, но вообще это такой очень хороший стимулятор вроде женьшеня. Поэтому, когда очень-очень устаю, я обязательно делаю чай с лимонником, повышает очень работоспособность. Ну и выращивать лимонник в принципе несложно. Самое главное, он не повреждается почти никакими вредителями и болезнями.